Твери завершился сезон фонтанов. Во всех районах города уже идут мероприятия по консервации их на зиму. Как сообщает пресс-служба город-администрации, сейчас подрядные организации приступили к работам по сливу воды, дезинфекции, проверке систем, демонтажу насосов и отдельных комплектующих, после чего на зиму фонтаны закроют деревянными коробами. Напомним, что после консервации большинство из них станут традиционно площадками для установки новогодних светодиодных конструкций и арт-объектов.